О проблемах отлова безнадзорных животных журналистам рассказал главный ветеринарный инспектор региона. Начал свою пресс-конференцию начальник службы с того, что уточнил полномочия своего ведомства. Вот слово «собака безнадзорная» или «бродячая» и «ветеринария» как бы как-то многие ассоциируют это, что где собака, там и ветеринария. Я должен вам сказать, что вот такая, это по меньшей мере нехорошо и так-то оскорбительно просто для данной службы, потому что направление службы совсем совершенно другое, не отлову собак абсолютно не относится. Наша работа заключается оказанием помощи животным. Ветслужба должна вакцинировать здоровых или выявлять больных животных, а вот ловить – это полномочия муниципалитетов. Правда, нормативному акту, регламентирующему это положение, уже более 20 лет. Недостаточная нормативная база – первая серьезная проблема ветеринарной службы. Согласно действующей инструкции по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР от 1981 года, отлов безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах проводится организациями жилищно-коммунального хозяйства. Никто до сих пор его не отменял. Однако стал привычным такой порядок вещей. Встревоженные распространившимся в их районе собачьими сворами жители обращаются в ветеринарную службу. Та переадресует заявку муниципалитету. А муниципальные власти, в свою очередь, обращаются в ветслужбу за деньгами. Хотя ежегодно из областного бюджета муниципалитетам выделяются средства на отлов. В минувшем году были выделены 4 миллиона рублей. В этом чуть меньше 3. Недостаточное финансирование – вторая серьезная проблема ветслужбы. Отсюда отсутствие постоянных бригад по отлову собак и юридически обособленных приютов. Становится невозможной такая мера, обычная и эффективная для других регионов и столь расточительная для нашего, как стерилизация бездомных животных. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.